Здравствуйте, дорогие зрители канала Куплю Интернет и читатели сайта Куплю Интернет. В сегодняшнем видеообзоре мы будем вскрывать коробочку с MacBook Pro модели 2013 года, самая свежая, естественно, с экраном Retina. Куплена она была в России в чудо-магазине MVideo. Вскрываем мы, как всегда, фирменным способом. То бишь, чтоб никто не догадался, что она скрыта. Да, по цене она обходится примерно так же, как в Штатах, если не считать НДС 18%. Если посчитать НДС, соответственно, 18% дороже становится. Вот фирменный способ вскрытия, а-ля живой целлофан. И давайте посмотрим, что же там внутри. Внутри у нас находится, собственно говоря, сама прошка, которую можно за язычок потянуть, но мы это делать не будем. Мы ее по-другому потянем. Вот такой замечательный, чуть-чуть тяжелее, чем Air, примерно на 300 граммов. В комплекте идет блок питания, шнур, чудо инструкции. Давайте сам ноутбук посмотрим. За язычок нужно потянуть. Ах ты, какая хитрая штука. За язычок тянуть мы не будем. Мы опять-таки фирменным способом откроем сбоку его, чтоб никто не догадался. И вытащим вот так вот. Так. Мы все уберем отсюда, чтобы было видно. И, собственно говоря, сама 13-дюймовая прошка с экраном Retina. И, наверное, она сейчас включится, если не заряжена батарейка. Вот, и она включилась. Собственно, вот прошка 13 дюймов, экран Retina, модель 2013 года. Отличный выбор для тех, кто ценит хорошие компьютеры. Да простят мне поклонники Windows. Спасибо за внимание.